самом деле это тяжело, когда ты возвращаешься из тепла в холод. Резкий контраст. Не так давно побывала в Сочи. Я считаю, что это прекрасный город, зарядиться как раз-таки вот этим всем теплом. Несмотря на холода, в октябре в Сочи было очень тепло, плюс 30, плюс 25 градусов. А также в повседневной жизни помогает, скажем так, загруженность колоссальная, очень много работы, очень многого хочется успеть. Сейчас идут 2 недели моды. Одна закончилась, другая, и, честно говоря, не успеваешь замечать холода, успеваешь только менять наряды, помещения, машины. Вот. Нужно, не знаю, мне кажется, светиться самому изнутри и дарить этот свет, тепло окружающим, потому что если, скажем так, от одной свечи зажечь много свечей, то сама свеча, она не потеряет пламя, она также будет ярко гореть, а может быть, даже еще ярче и теплее.